Сейчас кадры, которые мы в режиме реального времени получаем из Барселоны. Те, кто голосовал за независимость Каталонии, бурно отмечают то, что парламент эту независимость провозгласил. 17 тысяч человек на улицах, по данным полиции. Премьер Испании Мариано Рахой только что пообещал добиться, чтобы декларацию парламента признали незаконной. Он отправляет в отставку главу региона Карлеса Пучдемона. Местное правительство распускает парламент и назначает неочередные выборы на 21 декабря.